Питань безліч. Одне з них – це військова допомога країн НАТО і просто країн західної там, демократії, умовно кажучи, коли ця ситуація мало зрозуміло з Луценком, який перерахував країни, потім вибачався. Ну, здорово, я теж можу пересчитати. Потенційно, хто може Україні дати зброю? Ну, тобто, чи будуть вони надавати зброю нелетальну і летальну? Із тих фактів, дійсно, які ми знаємо, я би відмітив позицію Італії і бронемашини «Івека». Многие говорят, а зачем нам эти бронеавтомобили? Мы и так их выпускаем. Опять-таки вопрос, когда мы их запустим в массовое производство? Большой вопрос. У наших бронетанкостроителей нет сейчас возможности, опять-таки за неделю начать выпускать всего и много. Во-вторых, как раз база этой автомобильной марки, она используется и в наших современных разработках бронетехники такого класса. Это второй вопрос. Но самое главное, я считаю, что это военно-политический смысл этого решения. Дело в том, что бронеавтомобили – это уже не бронежилеты и не каски. Это уже конкретно военная техника, которая используется в том числе в наступательных целях. И тут как раз Италия, можно сказать, делает прорыв в том плане, чтобы поставлять Украине не только оборонительное вооружение. Суть в чем? Тут нужно опять-таки еще посмотреть направо. Мы так относимся к этому, что типа, ну, Европа же должна, ну, она поддерживает Украину, значит, должна помогать, значит, она не должна нам сейчас давать все и очень много. Но на самом деле есть, и я апеллирую к этому документу достаточно часто, есть кодекс поведения экспортера вооружений. Он, как минимум, на Западе действует в двух редакциях. Это кодекс поведения ООН и кодекс поведения ЕС. Основные критерии, в общем-то, пересекаются. Критерии гласят, ну, из пяти критериев, допустим, ООНовского кодекса, там три посвящено как раз зонам конфликтов. И все они гласят, что экспортер должен воздерживаться от поставки вооружений в зону конфликта, если поставки этих вооружений будут способствовать эскалации напряженности, да, эскалации конфликта. При этом там не оговорено, ну, кому поставлять, там, правительственным войскам, повстанцам, без разницы. Просто для того, чтобы не было эскалации конфликта, нужно воздерживаться. То есть, по сути, люди, вернее, страны, которые идут на нарушение этих критериев, ну, в общем-то, не значит, что тут к ним все повернутся спиной, они будут изгоями и так далее, их будут жестко карать и наказывать. Абсолютно нет. Но это подрывает, скажем так, позиции политические страны-экспортера. Поэтому это довольно-таки щекотливый вопрос. Если бы у нас были союзнические обязательства, вопросов бы, ну, я не говорю про НАТО, вообще какие-то там двусторонние даже договора, да, вопросов бы не было никаких. У этих стран было бы юридическое обоснование. Что вот бумажка, которая нами подписана. Юридично, в принципе, якщо згадати про Будапештський меморандум, то нам нашу безпеку мають гарантувати Британія, Сполучені Штати, як мінімум. В чому ці гарантії полягають? Ось питання, на які відповіді немає. Я имею в виду другое, что Будапештський меморандум – это вообще Филькина грамота, и в этом уже все давно убедились, по-моему. Как вы весело про це говорите? Да нет, его скоро вспоминать будет моветоном. Но это свидетельство того, что сейчас система международного права не работает. Но на самом деле мы же видим в международной политике сплошь и рядом политику двойных стандартов. То есть когда стране, особенно имеющей серьезный политический вес, на международной арене. Выгодно? Она, да, она там признает какие-то правила, там, нормы и так далее, документы. А когда ей не нужно, то и по барабану. Россия действует именно по этой логике. И, как видим, никто ее вообще остановить в этом плане не может приструнить. Насправді можуть, але, може, не хочуть поки що, бо бояться. Ну, ви розумієте, не всім подобається варіант Третьої мірової війни. Ми ще повинні розуміти, що от недавні... Що ви так смієтеся? Це дуже реально, це намного реальніше, ніж кажеться. Я розумію, що всім не подобається. Всім може не подобатися перспектива померти рано чи пізно, але вона є, розумієте? Я за вас, я теж патріот України, і я абсолютно уверен, що Європа, яка тим більше пройшла Вторую світову, яка бачила цей сценарій в кінці 30-х років, по суті, вона повинна зараз косми лечь, але захистити Україну від Росії. Себе захистити, тут йдеться про те, що нас захистити. Елементарний інстинкт самосохранення, який оснований тим більше на історичному досвіді. Практически один в один же все повторяется, мы же видим. Аннексия, Судеты-Крым, тут сейчас второй, ну, то есть как не остановился на Судетах и заграбастал Чехословакию. Пруссия, коридор. Так, да, да, то есть абсолютно то же самое. Можно бесконечно проводить аналогии между тем диктатором и этим. Но дело в том, что вот вчера, по-моему, были
опубликованы данные соцопросов американской компании GFM, о том, что там 57% американцев, 58% европейцев или наоборот поддерживают Украину и считают, что их власти должны помогать Украине даже при угрозе ссоры с Россией. Я считаю, вот это очень важно. Дело в том, что мы должны понимать, что в марте, когда мы сказали, ребята, на нас Россия напала, а с какой радости, я не знаю, какой-нибудь тот же итальянец или испанец, если он, конечно, родом не из Украины, должен кричать, так давайте будем грудью защищать Украину. Не совсем понятно. Надо понимать, что после начала 90-х, после окончания холодной войны, и, в общем-то, до последних лет и Европа, и Запад в целом, они жили в состоянии эйфории. Это окончание войны. США единственные, но они ведут еще своих интересов войны постоянно на других театрах. Проблема в НАТО какая была? США никак не могли раскочегарить европейцев, давать нормальные деньги на оборону. То есть там все, там пошел от политикума и заканчивая обществом. У всех было представление, ребята, угрозы никакой нету, типа, мир и благоденствие. Кайфик, да? Да.